Во вторник в Самарской области ясно и без осадков. Температура воздуха в дневное время 0+2 градуса, ночью 2-4 ниже 0. Ветер восточный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем нулевая температура, ночью 3 с минусом. Ветер восточный, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем +1, ночью -2 градуса. Восточный ветер 3 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем 0 градусов, ночью -4. Ветер восточный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 69%. В геомагнитном поле небольшие возмущения. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.